Привет, YouTube! Привет, друзья! С вами Дэн. Кто знает, отлично. Кто не знает, познакомимся. Сегодня у меня прекраснейшее настроение. Знаете почему? Потому что у Дианы Анкудиновой вышел новый сингл. Сегодня буду стараться говорить на русском, на английском, смешанно-перемешанно, ну, как всегда. Я безумно сильно ждал эту песню, потому что не знаю, кто смотрел. Я выкладывал отрывок, Диана вставляла в ТикТок. Мне безумно понравился припев. И вот, наконец-то, мы дождались песни на канале Дианы. Это лирик-видео. Песня, кстати, называется «Счастье», на английском «Happiness». For those who speak English, Диана Анкудинова just dropped her new single. It's called «Happiness», and we have lyric video. I was waiting for this song so much and now we have it. I am super excited to watch this. But before start, check out my Instagram and Facebook. You can find the links below this video. And of course, don't forget to subscribe to this channel for more videos like this. Thank you guys. Okay, let's be amazed by Диана Анкудинова, «Счастье», «Happiness». Ready? Let's go. Instrumental, I love it. By the way, guys, have you heard Lady Gaga's song? Let me try to remember the name of this. Trigger. The melody is just the same. It was an unreleased song of Gaga, but I love it so much. You can listen to this, by the way. Okay, let's keep watching. Мы умеем многое прощать. Только с каждым разом тяжелей понимать, как заново дышать и идти вперед еще быстрее. Обжигает воздух глоток, жажда кислорода все сильней. Ты меня понять, увы, не смог, значит, не смогла я стать твоей. А небо не молчит, ты плачешь. Мы просто не смогли иначе. Нам предстоит найти свое счастье, не заменив его страстью. А небо не молчит и плачет. Мы просто не смогли иначе. Нам предстоит найти свое счастье и для кого-то стать его частью. Долго мы бродили в темноте, привыкая к тишине ночей. Только не привыкли к пустоте и сквозникам распахнутых дверей. Не сможем ни исправить, ни забыть. Друг друга слишком сильно обожгли. Мы заново научим сердце жить и заново. I love her voice in this part. That's it? Oh no! It's the ending. Okay.
Okay, guys. I love the production of the song. The quality is too high. I hear her voice clearly. And this is exactly what I was waiting for from Diana. Ребят, песня оправдала все мои ожидания. Продакшн просто на высшем уровне. Хочу сказать спасибо Брэндону Стоуну. Вижу, он указан в записи и сведении. А также аранжировку тоже он делал. Качество просто супер. Не могу не сказать о тексте песни. Кстати, его писала Мария Тарасенко. Текст более глубокий, песня со смыслом. У меня получилось ее прочувствовать, пережить, но это, конечно, еще благодаря голосу Дианы. В общем, я могу точно сказать, что теперь это моя любимая песня Дианы, потому что она у меня уже неделю в голове, этот припев, который она вылаживала в ТикТок. А теперь у нас есть полная версия, плюс в ВК есть инструментал. Может быть, я запишу кавер. Нужно учить слова. So, guys, I love the song so much, especially the production and the quality of the song. Now it's my favorite song of Diana. It's already in my head. I have to learn the lyrics and to register a cover. Hope to do it tomorrow. And I want to know your opinion, guys, about the song. I am waiting for your comments in the section below this video. I will read all the comments. I just want to know what do you think about the song, the lyrics, the production. Tell me, guys. Hope you guys enjoyed the video, the song as I did. I love you so much. Don't forget it. See you in the next video. Have a good day. Bye.